Хороший. Дэйл красивый. А там уже... Свинюка у тебя красивая, да? А там Витя, уже Витя. Не досталось ничего? Иди туда, не бойся. Иди, бери, там еще есть куски мяса. Дед, вот это утащил. Вот здесь куча львов. Сейчас они уже сыты? Не бойся, не переживай. К нам это не имеет никакого отношения. Так, господа из Воронежа. Прошу вас. Света, ты выходим первая, я тебя сфотографирую, потом ты меня. Они подходят. Одному, да. Не бойтесь. Не бойтесь. Лёп. Садитесь, падайте. Давайте команду нога. Вот так, хорошо. Где папа? Это я фотографирую. Муж, давай, выходи. Уже с машины сфотографируй. Сюда, выходи. Смотри, как красиво. Вокруг львы ходят. Супруга. Кстати, у нас есть услуга скормить жену. Всего 500 тысяч. А теща есть? Миллион. Я приеду. Я согласен. Я беру. Миллион. И вы без тещи. Отлично, все. Не мтихну. Чего сюда точно не называю? Мама Чоль, иди сюда, хорошая. Вау! Мама Чоль. Иди сюда, иди, Чоли. Иди, Чоли. А стерва вокруг круги на мотор. Чоли. Чоли смотрит за порядком. Подрал, да. Бывает. Все. Иди сюда, Тёль, иди сюда. Иди сюда. Иди. Сережа, как? У Бета не спрашиваю. Ну хотя у Бета глаза такие нормальные. Вот у Бета как раз. Я просто вообще не знал, что. Я думаю, мы походим. А, то есть для вас сюрприз все это. Вы отходите еще. Сережа дышит через Элс так. Все как всегда. Хорошо. Но доволен. Хорошо. Да, да, рядышком вот так садитесь, прям рядышком. Да, животик потрогайте ее. Сережа, выходи. Тут народ, тут не страшно. Выходи.